Друзья, привет, с вами я, Любомир Борода. Я немножечко охрип, болею уже неделю. Сейчас стал нормально приходить в себя, но голос пока еще дает о себе знать. Поэтому не было никаких видосов, ничего не было, потому что я был просто не в состоянии. Почему мы видим сейчас опять сумку Hard Ride? В общем, это waistbag от Hard Ride. О нем я уже как-то раз делал обзор, рассказывал. Но в связи с тем, что... Относив такую сумку полтора года, активно я ей пользовался. У меня поломалась молния, я обратился в компанию. В итоге мы заменили сумку. Они мне прислали сумку совершенно новую. Видите, она красивая, крутая, аккуратная. Кстати, ей уже больше месяца. Вот, все никак не доходили руки сделать обзор. И она несколько усовершенствована. Поэтому я решил вам показать эту сумку еще раз. Показать, что компания там дополнила. Ну и, соответственно, еще раз обратите ваше внимание на то, как эту сумку использую я. Для меня это EDC Bag, наверное, потому что в этой сумке я все время ношу то, что нужно мне ежедневно, либо может мне пригодиться в самый неожиданный момент. Так, давайте, короче, рассмотрим. Ну, первым делом я в этой сумке ношу GoPro. Вот, но так как GoPro сейчас снимает этот ролик, поэтому в сумке его нету. Первый фронтальный карман, он такой достаточно обширный, видите, он вместительный, очень много места, узенький, в нем удобно хранить, ну вот как я делаю, видите, у меня тут всякие карты памяти, у меня тут наушники, ну и собственно все, еще я туда кидаю часто мелочь в плане деньги, ну и может еще какая-то мелочевочка, знаете, очень удобно. Основное отделение. Обязательно шнур для телефона, для зарядки телефона вместе с вилочкой, переходничком. А время от времени я здесь ношу powerbank Xiaomi, небольшой такой, знаете. Вот, потом, ну, карт-холдер с карточкой с деньгами. Так, дальше телефон. Один телефон я ношу на кармане, второй телефон я ношу здесь, хожу с двумя. Потом... леденцы Altoids, очень классные, мятные, офигенные. Плюс, наверное, знаете, что среди выживальщиков эти леденцы очень популярны из-за их коробочки. Когда они заканчиваются, в ней можно в походике во всякие с собой в эту коробку приспособить какую-то аптечку, либо сложить туда мультитульчики и прочие дела. В общем, классная фигня. Вот, дальше, ну, конечно же, ключи от квартиры. Так, смотрим. Здесь у меня фонарик, здесь у меня аккумуляторы дополнительные для GoPro. Вот, собственно, на что я хотел обратить внимание. В прежней версии этой сумки, которая у меня была, не было вот этой вот ленты. Вот. И вот эта вот лента, резинка такая, да, она очень удобна для того, чтобы организовать всякие мелочи. Вот, например, чтобы фонарик не валялся на дне, да, мы его можем сюда зацепить. Тут же, видите, у меня Spartan от Victorinox здесь тоже стоит. И еще есть дополнительные места. Можно какую-то зажигалочку туда засунуть, еще что-то. И мне вот очень понравилось тем, то, что я могу спокойно носить теперь здесь свои аккумуляторы и помечать, например, какой использован и какой нет. Я могу запомнить, какой карман подо что. Так, тут еще вот у меня микро. Очень удобно, кстати, микро. Мне чем нравится то, что здесь офигенные ножницы. Всегда с собой, да и мало места занимает. Вот. Потом есть дальше карман. Тут я ношу документы. Вот. Сейчас больше там нет ничего, но опять же можно какие-то бумаги положить. Вот. Плюс, что хорошо, есть петля страховочная, да, вы можете, собственно, сюда. Я вот на нее обычно цепляю ключи, когда езжу в другой город, снимаю гостиницу или там номер, квартиру, я вот сюда подцепляю ключик этот, потому что боюсь потерять, ну, чужой, очень страшно потерять. Свой как-то не особо боишься, хотя боишься. А вот чужие, гостиничные, всякие вот эти темы я всегда цепляю на вот этот вот, вот эту петельку. И, кстати, замечу, что такая петелька здесь есть еще и в этом кармане. Вот она. Тоже, видите, она аккуратная. Вот, видите, еще карточка какая-то у меня здесь оказалась. Вот. Тоже есть. Дальше, еще здесь есть задний карман, тоже большой.
Он удобен, в принципе, под документы, но я не ношу, потому что ношу сумку на боку, ни сзади, ни спереди. И так как она сгибается по моему телу, так сказать, она все время сгинает мой паспорт, поэтому я перестал его сюда класть. Вот здесь у меня такая небольшая аптечка, то есть таблеточки, в общем, всякие. В общем, такая сумка от Hard Drive. Реально очень удобная, и я ее рекомендовал, и буду рекомендовать. Очень-очень классно и, ну, очень вместительная. Реально, сюда что только не пихаешь, и все время влазит. Можно, например, взять фляжку положить. И не боком, представляете, а вот так вот, стоя. То есть взять, например, вот этот телефон, да, засунуть, а потом взять еще второй телефон, а еще и деньги, и зарядку, и ключи, мать их так, и мультитул. Все, немножечко вот. Оп, и все влезло, еще место осталось. Я туда даже бутылочку с водой пихал. Вот. В общем, такие дела. Сумка классная. С вами был Любомир Борода. Подписывайтесь на мой канал, следите за обновлениями. Вот, и пишите, что бы вы хотели увидеть на канале. Я, соответственно, буду стараться. До новых встреч. А, и еще что хотел вам показать. Я переехал в новый офис. Вот, теперь у меня вот так вот это все выглядит. Мне здесь очень нравится.